Фрамееву, чтобы он не делал, а Фрамеев. А Фрамеев должен был, что он инициатор, собрать правильно в неочередную конференцию. Ну, так как он был, замом. Зама, это кому написано? Да, в руководстве Шахматной Федерации СФО написано. Элементарно, потому что я вот я не признаю Фрамееву президентом. Написали в руководство Шахматной Федерации. Это не я, совершенно грамотно написано. Правильно руководство, а кто руководство перед сами? Секундочку, Михаил Александрович, слово. Можно слово? Я тут новичок. Сам. Да. Юный. Я хотел только сказать два слова. Одно другому не противоречит. Обращение мы всегда можем обратиться. Это одно другое. Даже без этого можно обратиться в обращение. Это просто подтверждение того, что большинство людей поддерживает эту точку зрения. Но самое главное, мы здесь можем от президента обратиться. Другой вопрос, мне кажется, почему вообще нам нужна эта внеочередная конференция? Я так понял, может, вы также поняли, что тут замешалась какая-то грязь. И нам нужно от этой грязи очиститься. Очиститься, просто попробовать в ЦФО, чтобы была нормальная рабочая атмосфера. А для очищения нужно просто собрать людей, заинтересованных в нашем движении, которых мы, ну, много лет знаем и так далее, работаем. Вот, и собраться, решить этот вопрос. И поэтому конференция необходима нам. Я понял, я так понял, может, я неправильно понял, что мы упали в какие-то юридические тонкости. Вот. А мне кажется, что не надо искать эти тонкости. Два вопроса, которые мы можем сделать, обратиться и собрать конференцию как по уставу, и на этом кончить. Потому что дети наши здесь есть, работа нас ждет. А мы как-то начинаем уходить в сторону. Итак, это вот, мое мнение. Так у меня такое предложение. Да, вот этот момент.